Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем трек «Скали Милана» и «Будда». «Скали Милана» у нас бригадир, ребятки, вы в курсе. А «Будда» у нас облицовщик для наружных и внутренних работ, ребятушки. Трек называется «Дабстеп». Давайте послушаем, друзья, наших мальчишек. Я и мой песню. Москва. Ого! Модулю буду я синоним слова трэп. Шутки слов, статус, да ты хочешь этот фэк. Трэп. Перекурил его пиздярик, когда в я сегодня заработал полляма, я не мог не сделать дэп. Трэп. 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 Раньше я был ёбаным изгоем, как Иуда. Сейчас они боготворят меня, как Иисуса. Я прокачал свое запястье вместе с ним, что твоя сука. Уберите камеру от моего ебала, мне так неприятно. Я обкуренный, читаю рэпчик, ничего не понятно. Я читаю рэп, все понятно. Я думаю, он был в Тольятти, я такой обновлен. Я дую, будто вентилятор. Я дую, будто вентилятор. Будто футбольный мячик. Твоя шалава говорит, что я прикольный мальчик. А я и отвечаю, шлюха, ну а как иначе? Я наебал охрань, говорю, давай, удачи. Программа Вудика, я звучу, как RMC Майк. RMC Майк, звучу хорошо. Я вытру ему сопельки, он орёт, что он спал. Вчера стала элита, и я жизнь поменял мой лайф. Пошел гулять, я пол, но калаш оставил дома. Своя продадить мне уже ломка. Я был, вызвал все такси до морга. Распаковал эти зипы, но там была не прога. Большие тиски, дайте ему лифт. Я шантажу мамонта, он кинул мне интимный пич. Был бы лучше мы тут, его бы впечатлили мои птички. Мой карман как будто больше лава, надо его напичкать. Видел это дерьмо, как будто бы туалет. Но это ты можешь пухнуть лицо, как драндулет. Мать его шлак, моего дяди ведён импотент. Дэн, я сейчас высоко, как лайнер. Мама так хорошая, ходюха закинула ему майнер. У меня в Москве лучшее наряжение спайдер. Я засиделся, прописал пентулина в райдер. Ты слышал такую штуку, как скам рэп? Нет, что это? Это рэп про мошенничество на картах. Типа, как люди воруют деньги с чужих кредиток. Поставь. Я себе поставлю. Скали Милана есть такой чувак. Да какой это трэш и шипит лукач. Так. Не твое, да? Не, это в тачке не буду слушать. Так, друзья, что могу сказать? Ну, трек какой, ребятки? В их стиле. В стиле Скали Милана и нашего... Облицовщика. Облицовщика, ребятки. Что скажу? Музыка... Хорошие, ребятки, танцевать можно. Слова, как обычно, ребятки. Есть трэш. Ну, а что сделаешь, ребятки? Через это они все проходят. Со временем будет все хорошо, ребятки. Потанцевать можно, ребятки. Я немножко побаловалась, ребятки. Подпела им. Ну, а почему нет, ребятки? Мне просто хотелось. Мне это хотелось сделать. Да? Мне понравилось, ребятки. Послушать можно. Похохотаться, ребятки. Вот и все. Они же в моей бригаде. Как я могу их не слушать, а? Я ж к ним привыкла. Поэтому, блядь, мне все нравится. Могу сказать, что нет, не нравится. Нет, ребятки, мне нравится. Они веселые мальчишки. Они зажигают. Они деньги зарабатывают. Они деньги умеют зарабатывать. Они стараются. Это тоже труд, ребятки. Это не просто так все ширк-пырк-ширк. Нет, ребятки, они занимаются и зарабатывают деньги, стараются. И у них получается. Ну вот и все, покажу тебе.